Всем привет! Так, ждем, пока подключится. Весь народ пишет. Вы в эфире, собираем аудиторию. Надпись Facebook. Терпин, Канада, Вреш, Крина, Шмукала, Алка, Лумебуна. Так, что-то счетчик не так быстро идет, как поздно вечером. Так, Дима, он делал бэт, Бачемишлия, Сандра Дудон. Сандра, к весточке выслал онлайнер, да перфект, идем скорее по версии. Так. Там лица Кирилл Рубу. А муж Филаппин прощение воскрес. Торино, Италия, Салутерн, Рок. Латос, Молдовини, Дин, Италия. Так, Евгений Абадюк, муниципальный советник, Бельцы, Ивана Саяна. Так, Ольга с Одессы, Салутерди, Москва, Нарок, Нарок. Макс Цепович, купил вот с поезда Тимпс Майактив, Катата. Аэропорт, спрашивает, да, нахожусь в аэропорту, Шереметьево. Бон один Русьян единиц. Салут. Денис Дом Примар. Вафиличит. Ну куда-то к храму Карет Рекут. Марина Димбелц. Так. Ребят, делайте перепосты, пожалуйста, те, кто онлайн, чтобы подключилось больше. Больше аудитория. Пача Стрипостоль. К. Амуталескас. Публика фаще галазит этот золу плохотнёк. С информом шиной что-то тень дичечь с интент на традиор. Так. Эвад Молдова, Италия Бачой. Так, Рыжиновский, Флорешты. Привет, Руслан. Квинтин Творч. Акуштуатели диск там. Аштептам с конекве за Туаталуме. Так, репостер ворот БС. Так, комментарий. Мерси, Петнуш, Сарбатори, Дерен, Рыжкань, Фит, Санатош. Ампари Рауканом Фост Ель Кувоем Приона. Так, Домну Шеремедвад к Супонектат. Кари тема дискутяс. Мунди Сунтет Сунтон Москва на аэропорт. Так, ну что, ребят, те, кто не смогут подключиться онлайн, посмотрят мое видеообращение попозже. Значит, первое, значит, нахожусь в Москве, в аэропорту Шереметьево, значит, закрыл больничный, значит, перебираюсь на несколько дней в другой город, где нужно в одной клинике пройти определенные процедуры, чтобы в компании было в стране весело и чтобы нам было всем хорошо, а плохишо грустно. Значит, в ближайшие дни я вернусь домой. До начала кампании буду дома. Хотел поблагодарить, во-первых, всех наших активистов, всех тех, кто имели право собирать подписи по всей стране в поддержку нашего кандидата Дмитрия Алексеевича Чубашенко. Бамулцумес Динсуфлит Пентрумунка Коряс Депосо. Хочу поблагодарить всех тех, которые подписались.
за нашего кандидата. Значит, мы будем идти вперед, будем идти к нашей победе. А с этими подонками, только вместе объединившись, мы сможем разобраться. По поводу того бреда, который показывает телеканалы Плохотнюка и контролируемые им масс-медиа, что все у нас в районах координаторы бандиты, про всякий другой бред, связанный с задержанием Николая Хачко. Вчера задержали Эдуарда Потрашку, значит, и сразу дискиди еще заголовков там, а сы плакаш тирял усаты. Чтец платишь тирли нормально. Дар диспрастач сукупы дискиди анде ворби малты дат. Значит, что я хотел сказать. Ребят, во-первых, не падайте духом. Значит, я сейчас говорил с центральным офисом. Я считаю, что нужно всех тех, которых упомянули, значит, организовать большую пресс-конференцию, где выйти объяснить людям. Пусть объяснят людям. Вы должны объяснить людям, что это такое на самом деле. Начиная Борисом Дедовым, ветераном, афганцем с Фалешт, заканчивая Русланом Заплитным, Феликса там дергают, Альберту сегодня там Пуричи дал команду арестовать срочно, непонятно за что. Значит, нужно выйти, ребят, всегда говорить. Хочу вам сообщить, что мне тоже вчера пришла очередная повестка, я сейчас ее опубликую. Значит, я опубликовал уже за то, что я там подделывал свои документы. Меня пригласили 27 числа в 10:30 утра к следователю в Бельце. Так вот, вчера пришла еще одна. Этот же следователь, тот же кабинет, тот же день, только на час позже повестка по другому уголовному делу. За угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений. Связано с этими мусорными террористами. Все помнят историю, когда эти подонки грабили там городской бюджет. Я вышел про асфальт, про закота и так далее. Все этот ролик видели. Но сейчас они решили допросить меня в рамках этого дела. Значит, через полтора года почувствовали угрозу. Значит, сегодня крутят весь день, что другой друг Усатого. Значит, да, я подтверждаю, что Эдуарда Потрашку я знаю очень хорошо, как очень делового, хорошего парня. Я не знаю тех остальных, которых там Плохиш от себя отводит удар. Его эти обнальщики, которые задержаны в Тайване, которые там про Ренатика и так далее, этих людей никогда не видел. Но Эдуарда Потрашку я знаю. Значит, вчера в сауну, насколько я понял, они пригласили каких-то девушек. По газете, по интернету, утверждать не буду, не знаю. Но когда их обвиняет дискиди и прочие халявы Плохотнюка, значит, обвиняют их в сутенерстве, я хотел бы, чтобы они сначала разобрались. Вот, по крайней мере, я часто слышал, Настас выступал постоянно по телевизору там. Плохотнюк есть, ему прокси нет. Прокси нет, прокси нет. Через год я узнал, что прокси нет, это оказывается сутенер. Честно вам скажу, не знал, как это на молдавском языке. Они пригласили девушек, они не продавали девушек. Вот Настас утверждает, что Плохотнюк продавал девушек. Значит, вот он сутенер так. А те, кто пригласили девушек, да, я вам скажу, что я такими услугами не пользуюсь и другим не советую. Но вот публичные дома, например, в Германии, значит, туда люди тоже идут, платят там 50, 100, 200 евро, не знаю точно, какие тарифы. Те, которым некогда, там банкиры, милиционеры, чиновники те же, идут официально. Если какая-то девушка приходит в сауну, берет за это деньги, как можно обвинять ребят в сутенерстве? Их можно обвинить в том, и я обязательно Эдуарда Потрашку поругаю, за то, что вместо того, чтобы постоять перед Патрией 30-40 минут, познакомиться с девушкой, еще 30 минут потратить на то, чтобы с ней поговорить про жизнь, про любовь, и закончить это красиво. Он решил быстро за одну минуту штицком кала Молдавей. За одну минуту взять и решить
свои какие-то там сексуальные пожелания, если они были, надо еще разобраться. Я не исключаю, что этих девушек туда заслали, потому что если их зашли, взяли вчера, ну позвольте, во все сауны Кишинева приглашают девушек легкого поведения. Это что, новость? Нет, не новость. Половина таких у Плохотнюка в драйве и в других клубах Кишинева, понимаете? Которым там молодые ребята, подходит девушка, можно с вами познакомиться? Можно, $500, понимаете, все понятно. Поэтому эти обвинения, значит, сначала пусть разберутся, что они делали. Да, если бы они, не дай бог, потому что для меня, чтобы вы понимали, сутенеры, наркоманы, все, что связано с оружием, женщинами, наркотиками, это для меня просто конченые люди. Но обвинять человека в сутенерстве за то, что они пригласили какую-то девушку, наверняка в сауне это взяли, дали список. Тамара, Маруся, Люся, Маривара и так далее. Значит, главное, что не вызвали мальчика. Вот это была бы проблема, понимаете? Вот. А тут у нас встревожились они. Поэтому, ребят, не падайте духом. Те, кто находится в районах, еще раз огромное спасибо за то, что вы делаете. Значит, вот тут пишет комментарий, 500 лей, а не долларов, 2 стакана вина и спим одетыми. Понятно. Вот, поэтому, ребят, не падайте духом. Понятно, что вы поймите, сегодня мандраж Плохотнюка, его судороги, понимая, что если проходит Дмитрий Алексеевич в президенты, то он понимает, что конец начнется в то же утро, когда будут объявлены результаты, мы понимаем, что будет второй тур. Если бы нас не боялись, если бы нас не боялись, нас бы не критиковали, нас бы не снимали с выборов в 2014 году. Плохотнюк бы не... Если бы я с Плохишом договорился, значит, никто бы не менял возраст. Я бы участвовал в президенте, был бы очередным президентиком Плохиша. Ребята, лучше сдохну. Но этого никогда не будет, понимаете? Я понимаю, мне там уже передаются приветы, так и так, лучше не приезжать. Значит, лучше не приезжать, потому что вот одно дело, другое и так далее. Я понимаю, что для Плохиша сегодня выгодно, чтобы я не приехал. И Плохиш то, что там сидит, хвастается вместе с некоторыми политиками. Вот усатый дурак, не взял у меня деньги, взял бы деньги, уехал бы себе спокойно. А так и деньги не взял. И деньги не взял. И в Молдавии я ему не дам жить. Плохиш, ты ошибаешься. Красавчик ты. Значит, ты миленький, мой седовласый дедушка. Ответишь за весь тот беспредел, который ты творишь против всех граждан Молдовы. И сядешь ты за геноцид против собственного народа. Вместе с этими ублюдками, подонками и со всей этой мерзотой, которая сегодня пугает людей. Вместе с этими педофилами твоими, которые пугают людей на публике, на других каналах каждый день. Все они будут пособниками твоими подельниками, Плохотнюк. За то, что ты создал преступный режим и за то, что вы организовали геноцид против собственного народа. Поэтому, ребят, значит, мы должны держаться вместе. Мы должны держаться вместе, и ничего у них не получится. Будут нас дальше призывать, загонять в угол, просто выйдем, дадим им в один морду, понимаете? И просто будем ловить их и мочить, понимаете? Или делать что-то другое. Поэтому я вас прошу, вся эта истерика говорит о том, что они боятся Чубашенко. Я говорил, что есть всего несколько кандидатов в президенты, которых он боится. Поэтому, ребят, доведите, пожалуйста, информацию до каждого населенного пункта в стране. До каждого села, до каждого дома. Доведите, что Чубашенко это усатый, усатый это Чубашенко. И если надо, выходим. Вот тут правильно пишут. Значит, выйдем и разберемся с ним, как с Чаушеску. Понимаете? Как люди вышли, вот так мы выйдем и ответим правящему режиму. Я сказал Плохотнюку один раз, пусть немного эмоционально, понятно, задели эго этого негодяя,
И он сейчас решил устроить расправу за счет своего админресурса. Плохотнюк, за мной народ. У тебя уроды и собаки, которым ты платишь там в конвертах каждый месяц деньги за то, чтобы тебя и твоих блядей охраняли. У нас люди, люди, которые в стране хотят что-то поменять. И хотят таких тварей, как вы, чтобы в стране не было, Владимир Георгиевич Плохотнюк. И последнее. Все эти приветы, не приезжать, проблемы, там очередные фильмы, которые ты там, народ хвастается в GBC, что будешь показывать. Послушайте, можете выставлять любые фильмы, любые прослушки, любые. Мне по барабану, что ты покажешь Плохотнюк. Но я как буду ловить тебя, как лягушку, Плохиш. Нет сегодня вариантов. Сегодня, когда кто-то там выходит, говорит, вот у Усатого уже личного переход на личное. Послушайте, когда он потерял нюх, а нюх Плохотнюку мы будем возвращать всей страной, для того, чтобы он понимал, что он будет нюхать на будущее, понимаете? Значит, и для этого мы все объединимся. Он думает, что я приеду домой, если он меня закроет, он решит свои проблемы. Плохиш, ты только быстрее сможешь. Не буду говорить, что обещал маме, что все-таки буду по-другому. Постараюсь по-другому себя вести. Вы понимаете, я был нормальным человеком, подчеркиваю, был. Пока не начал бороться с этими негодяями. Вы вспомните, спокойно выходил. В 2014 году приехал домой, пытаясь сделать какие-то хорошие вещи для людей. Из денег, которые зарабатываю, а не ворую собственных граждан, как ты, Плохиш. Понимаешь? Значит, нет, они мне начинают. Сначала меня Филя начал. Почему все говорили, вот усатый трогофилат. Ну правильно, тот дурак. Не регистрировал одну партию, вторую. Контролировал тогда МВД сегодня. Сегодня не надо рассказывать про борьбу с олигархами. Сегодня в Молдавии есть одно зло, одна рана и одна проблема под названием Плохотнюк. Понимаете? И когда во всех странах заговорят, сейчас, кстати, американцы там начали вмешиваться серьезно в ситуацию и начали блокировать кое-какие СМИ за рубежом. Да? То есть, что вот так и так. Плохиш там наш, не надо это делать, понимаете? Просто Плохиш, он, знаете как, сегодня у, может быть, Госдепе рассказывает сказки, завтра он может быть у Алмазбека Атамбаева, у президента Киргизии, которому будут врать и пытаться своим враньем сбить с толку кого-то в Российской Федерации. Плохиш, рассказывай кому угодно, что угодно. Я поздравляю, кстати, президента Киргизии с прошедшим юбилеем. Человек прожил большую жизнь, и хочу сказать, наверняка, так как упомянулась фамилия президента Киргизии, значит, у любого руководителя службы мониторинга, вы просмотрите запись, передайте, пожалуйста, господину президенту Киргизии следующее. Плохиш обманул всех, с кем он сотрудничал, абсолютно всех, не то что частично, всех. Значит, сегодня он и американцев пытается развести, но там уже его котлеты никто не ест, поэтому Плохишу показали счета сбережения, награбленные в Молдове и размещенные по всему миру, и просто в один день снимут с него штаны. Понимаете? Поэтому передайте президенту Киргизии. Значит, еще ни один человек из тех, кто сотрудничал с Плохотнюком, нет такого, который бы не имел головные боли. На любом уровне, неважно, это президенты, премьеры и так далее, понимаете? Поэтому, ребят, значит, я вам желаю всем хорошего дня. Делайте, пожалуйста, репосты. Я буду эти дни, пока меня еще не будет в Молдове, буду выходить постоянно в эфир. Значит, самое главное, объединяйтесь и не бойтесь. Я вас очень прошу. Требую с фильмом Преона, Шемпреона Кутос, Сетатени, Республики Молдов, Коренусан Индиференс, Лачей Сентембл, Требу с терминем Куриджиму Криминал. Воюбеск, Вамуксуменск, Вадуреску Сиарыбона. Всегда ваш Ренат Усатый. Ребят, сила правде, мы победим. Пока, люблю вас.